На возвращении в Ангарск отделение реанимации инфекционной больницы настаивает окружная администрация. Накануне мэр Сергей Петров направил в областное правительство официальное обращение. Напомним, в середине сентября Минздрав при Ангаре закрыл трехэтажный медицинский блок в Сангородке, а вместе с ними и реанимацию. Тяжелых пациентов предложили отправлять в Иркутск или лечить в местных больницах. Однако ни одно медучреждение города не имеет лицензии на оказание помощи инфекционным больным. Но представители областного Минздрава большой проблемы в этом не видят. Главный врач посещал Ангарск в сентябре и обещал, что все будет хорошо. В настоящий момент ни один пациент не останется за бортом. То есть в любом случае им будет оказана в полном объеме вся необходимая помощь. Тяжелые пациенты, если будет необходимость, поедут в город Иркутск. Если будет крайне тяжелые, они будут доставлены в ближайшую реанимацию, как, собственно, и положено это по правилам. Поскольку в случае угрожающей ситуации жизни пациента, если это представляется угроза, он доставляется в ближайшее реанимационное отделение. Поэтому и даже если бы оставалась наша реанимация, то все равно бы пациента довозили туда, где ближе реанимация. В своем обращении мэр округа Сергей Петров в качестве аргументов также приводит результаты обследования аварийного здания. Заключение представила организация «Иркутскстройизыскание». Эксперты считают, что привести объект в порядок можно менее радикальными методами. Как скоро руководители округа и его жители получат ответ от регионального правительства, неизвестно. Наша программа будет следить за ситуацией.